Добрый день! Ильинско-Усовская сельская библиотека начинает цикл громких чтений «Прочитать о войне, чтобы помнить и знать». Сегодня я, Грушникова Марина Александровна, заведующая библиотекой, познакомлю вас со стихотворением «Письмо домой», которое написал Сергей Михалков. Сергей Владимирович Михалков – известный поэт, писатель, драматург, баснописец, автор текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации. Стихотворение «Письмо домой» было написано в 1941 году. В то время Сергей Михалков был военным корреспондентом. Письмо домой. Здесь, на войне, мы рады каждой строчке и каждой весточке из милых нам краев. Дошедших писем мятые листочки нам дороги, особо в дни боев. Они хранят тепло родного дома, сопутствуя бойцу в его борьбе. У чувства зависти, как нам оно знакомо, когда письмо приходит не тебе. Любимая жена моя, Наташа, от вас известий не было давно. И, наконец, письмо, родное, ваше, как много радости мне принесло оно. О, письма из дому, мы носим их с собою. Они напоминают нам в бою, будь беспощаднее с врагом на поле боя, чтоб враг не истребил твою семью. Мы были в городе. Как грозный знак проклятия, труп женщины лежал на мостовой. Растерзанное ситцевое платье, застывшая рука над головой. И я подумал, как же быть такому? Быть может, кто-нибудь, как я, таких же лет ждет от жены. Письма, письма из дома от этой женщины, а писем нет и нет. Мы были в городе развалин и воронок, разграбленного немцами жилья. Я видел мальчика, лет 4 ребенок, он был убит, и сына вспомнил я. И я подумал, как же быть такому? Быть может, кто-нибудь на фронте ждет сейчас каракуль детских весточку из дома. И детский незатейливый рассказ. Мой верный друг, товарищ мой надежный, мы на войне, идет жестокий бой. За каждый дом, за каждый столб дорожный, за то, чтобы мы увиделись с тобой. Спасибо за внимание. До новых встреч.